Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, як завжди, і 100% буде одна з таких. У нас сьогодні дуже крутий гість, той гість, який вам, власне, сподобався і минулого разу. Ну, я знову ж таки, люди, які хоч трошки зараз цікавляться альтернативною нормальною військовою думкою. Ну, я маю на увазі, окрім того, що ми можемо почути у офіційних спікерів Генерального штабу Міністерства оборони. Я думаю, це прізвище давно вже знають, звичайно. Це прізвище Ігор Левін, тобто це офіцер оборони армії Ізраїлю, популярний український військовий аналітик, ну, напевно, навіть і блогером його можна назвати. Вітаю вас, пане Ігор. Приветствую. Ще раз, не почув? Приветствую. Да, сорі, не почув. Дякую дуже, що ви приєднались до нашого сьогоднішнього ефіру. Ну і дивіться, одразу, власне кажучи, зрозуміло, що про що ми сьогодні будемо говорити. Про те, що зараз відбувається на фронтах, звичайно, з урахуванням того, що ми не будемо нічого зайвого говорити. Якраз пан Галь написав дуже такий класний текст сьогодні зранку, який сьогодні вийшов на його соціальних мережах. Проте, власне кажучи, що ж, ну скажімо так, на рівні теоретичної ідеї зараз відбувається, особливо на запорізькій ділянці фронту, тобто що робить українська армія, що робить російська армія, в чому тут є подібність з, ви не повірите, з війнами Ізраїлю свого часу, тому що саме радянські військовоначальники, наприклад, були тими, хто командував тою ж таки Сирію свого часу у війнах, які багато разів вигравав Цахал, армії оборони Ізраїлю, давай так буде правильно сказати, у сирійців і у інших арабських країн. Коротше, пане Ігаль, не буду оригінальним, я вас дуже попрошу, якщо можна, щоб ви розказали те, що ви розписали там, тому що, ну, там прям все чотенько розписано, і мені здається, це дуже важливо, щоб люди це почули, тому що люди у нас все одно читають російську пропаганду. І це дуже сильно мене лякає в тому сенсі, що дуже багато хто не розуміє, що до кінця відбувається, багато хто бачить на фотки знищених леопардів і думає, що все, уже тепер все плохо, все провалилось, всі умруть, все вже закінчилось, русські вже виграли, все. Тому дуже важливо, щоб ви, от, якщо можна, пояснили ці ваші думки, вони, на мій погляд, дуже цінні. Прошу. Тут момент, кстати, важный очень, который нужно не забывать. Военные это прекрасно понимают, это для гражданских. В первую очередь, те украинцы, которые наблюдают за событиями, в том числе на юге, когда форсятся фоточки врагом там, одного, двух, даже трех леопардов, например, разбитых, нужно понимать, что это конкретный маленький участок, и вы не знаете, что там происходило до этого и после этого. Рота танков, даже мы берем себя в советский образец, 10 танков. Вы видите на фотографии маленький участок, где буквально там могут быть сотни метров, иногда там, не знаю, до полкилометра. Просто больше не охватывает, да, снимок. И там два танка. Ну, а куда, допустим, там была рота, танки не ездят один или два танка, да, это подразделение. Допустим, рота, вы не знаете, а остальные 8 танков проехали и выполнили задание, или они отошли назад, или их тоже где-то разбили, но они не попали на кадры. Если они не попали, то почему не попали? Мы же знаем, что русские очень любят носиться с каждой фоточкой и обсасывать ее со всех сторон. Одни и те же кадры показывают уже несколько дней, да, со всех сторон. Вот, то есть, когда такие фотографии появляются, не нужно посыпать голову пеплом и кричать, что все пропало. Нужно понимать, что никто там не воюет 10 Брэдли или одним Леопардом, или какие-то там конкретными подразделениями. То есть, это относительно крупные силы. И, кстати, тот факт, что уже несколько дней русские крутят одни и те же кадры с разного ракурса, это уже асимметры определили, что с одного ракурса, это говорит о том, что, видимо, немного у них успехов есть, потому что они бы иначе и показывали бы их. Мы же видим, насколько они хвастаются там, этими кадрами, вплоть до того, что там Путин выступил. Понятно, что его не случайно где-то подловили, то есть это конкретно была запись. То есть ему принесли папку. То есть Путин не сидит в телеграм-каналах, ему принесли папку с фотографиями вот этого леопарда конкретного, и он решил выступить, вот, заявить, что все хорошо, все под контролем, все отлично. Вот. Поэтому вот это важно, что нужно помнить, когда такие кадры попадают вам, вы читаете там вражеские каналы, да, не только вражеские, украинские каналы тоже публиковали. Держи Deep State, например, с анализом, разбором ситуации. Вот.
Это вот важно помнить, важно знать. А то, что я писал, это тоже еще другой момент очень важный. Инициатива всегда в руках наступающего, тоже важно помнить. А это говорит о том, что когда те или иные видно события, вот сражения, тем более официальные заявления, то есть, например, освобожденные населенные пункты, это не случайно получилось, что вот как бы идет бой, столкнулись две силы, и вот у них там тени толкая происходит. Нет, вот конкретное направление, где бой навязан, где он идет, и где нужно врагу реагировать. То есть, вот, когда он говорит, мы подняли вертолеты, мы использовали артиллерию, мы там сделали то-то-то. Это не потому, что они такие хитрые и такие крутые, они смогли это сделать, а потому, что они реагировали. Им приходилось реагировать на как раз на инициативу, которую им навязывает Украина. И чем дальше будут развиваться наступления, чем дальше будут развиваться события, тем больше будут навязываться эти инициативы. Кстати, тоже тут нужно понимать такой момент, что любое наступление – это потери, поэтому еще фотографии разбитых вот, танков, бронемашин, вот, погибших, к сожалению, и так далее, эти фотографии будут неизбежно. У врага есть дроны, мавики, он умеет пользоваться, снимать, он не дурак. Вот, он будет максимально выжимать медийный эффект, чтобы дезморалить украинцев, украинских защитников, украинских граждан и так далее. Вместе с тем, успешное наступление, при учете, что враг защищается, это 30% потерь. Вот. Это немало. Это немало. Берем масштаб, да, бригады — это 1000 человек, несколько бригад, тактические группы — это может быть там, 10 тысяч человек и 20 тысяч человек, и техника у вас десятки, сотни, и суммарно это тысячи. Одних только хамви у Украины больше 2000. Так вот, отсчитывайте там 30%. Это много, это много. А представьте себе, что там у них какие-то даже полуголые, неэкипированные ДНРовцы могут поднять эти каких, да, пророссийские боевики, могут поднять мавики, да, заснять, сделать и чистикачественные красивые фоточки. Просто никогда не судить по этим фоткам всю картину. Вы всю картину не видите и не знаете. В этом ни в коем случае нельзя из них делать какие-то выводы. Безумовно, і я от хотів, якщо можна, щоб ви от більш докладно розповіли. От, знову ж таки, мені дуже завжди в принципі цікаві дуже досвід ізраїльської армії. Чому? Тому що дійсно, якщо так розібратися, та ж сирійська армія чи свого часу єгипетська армія, це ж були маленькі копії радянської армії, де була величезна кількість радянських інструкторів, де іноді не інструкторів, а прямих уже радянських там, я не знаю, зенітників, там співробітників, людей, які обслужували тур там і так далі, тому подібне. Тому в мене дуже цікаво, от ви порівнювали лінію оборони, над якою там можна, я не знаю, хто над нею сміється, я б не сміявся, тому що це смішно тільки тим, хто туди не буде йти і не буде проходити цю лінію оборони, але тим не менше. От ви пам'ятаєте, ви її порівняли, вибачте, я забув цей термін на івриті, як її називають ізраїльські генерали, от того типу, яка зараз побудована на Запорізькому, ну, в принципі, всюди, але в першу чергу на Запорізькому напрямку. І чим це от можна порівняти з тим досвідом, який мала ізраїльська армія свого часу, наприклад, в Сирії і так далі? То розкажіть, будь ласка, про це. В свое время, когда я еще учился в школах военных, в Сирии еще не была гражданская война, поэтому у них была выстроена линия обороны на сирийских Голанах вплоть до Дамаска. Вот, и она была построена прямо, вот, как мы видим сейчас, на запорожском направлении. И это абсолютно неудивительно, потому что и тут, и там строили люди, которые учились в советских школах. Как бы, и сирийцам, и здесь конкретно. Вот, поэтому это прямо у меня флешбеки, на самом деле. У меня прямо ощущение, что это как будто не Запорожье, а Сирия. Вот, поэтому она предсказуема, она понятна. Да? Я использовал раньше термин, что ну, она построена по консервативному образу, понятному. А это ни в коем случае никогда не надо считывать, что это легко. То есть если кто-то построил укрепление как-то ну, консервативно, да, по советским лекалам еще древним, это не значит, что их легко преодолевать. Многие люди почему-то думают, что если говорят, что обязательно недооценивать врага, недооценка, это обязательно нужно его похвалить, сказать, что это сделано отлично, супер, классно и так далее. Когда ты говоришь консервативно, это значит, что легко, но это не значит, что это как-то что-то, вот, ноу-хау какое-то. А, да, термина нет, это термин только не все обороны, это подразумевает вообще принципы, один из принципов Микуш Метаэль. А, я не знаю, как на советских школах, это вот в советской военной доктрине называется, или как это правильно перевести вот, на тот же русский язык. Вот, дословно это вот у нас направляющее минирование. Мне писали в комментариях, возможно, опять же, я в советских учебках не учился, что это как это туннельное вот, минирование, туннелеобразующее как-то так. Ну, подразумевается, что вот вы строите свои препятствия, укрепления, препятствия, включая мины.
отключая мины, минирование, естественно. Ну, это и все эти зубы дракона, и рвы, и царь окоп, и что угодно, все это строите. Но вы строите не просто как стена, как непреодолимая линия, а так, чтобы были конкретные участки, куда, где будет проще, где будет меньше, и чтобы враг хотел туда идти. Ну, то есть, если у вас упрощенно 10 участков, вы заминировали 9, и один оставили открытым, незаминированным. С расчетом, что враг это узнает, разведка его, и он пойдет как раз в этот 10 участок из 9, из 10. Вот. И как раз там вы будете его ждать. Там вы устроите ему огневые мешки. Там будут пристреленные зоны, туда будут работать ваши минометы, артиллерия, вот, авиация и так далее. И так далее. Не нужно будет никакие координаты узнавать, но все уже будет пристрелено. То есть все будет наведено, у каждого будет артиллерист и так далее, приказ, просто открыть огонь и так далее. Вот. Это фундамент, на самом деле, это военные учебники, то есть это не какое-то высшее военное искусство. Если мы смотрим на их архитектуру обороны вот, на том же направлении у нас южном, то мы видим, что, например, как раз выступы в сторону Великой Новосилки, допустим, там, где как раз сейчас Украина развивает наступление, где вот это благодатное, нескучно освобождено, а другие еще населенные пункты, вот Макарьевка, там как раз у них самые неподготовленные, самые слабые линии укрепления. То есть там у них нет никакой глубины, там буквально вот у них одна линия, без особых каких-то укреплений, и все, за ней степи начинаются. Вот это может выглядеть, и со стороны это выглядит, как будто вот враг их хочет, чтобы там наступали. Вместе с тем, это настолько очевидно, что теперь нужно решать. Украина вот клюнула на это, и украинский генштаб сделал ошибку. То есть вот это есть главное наступление. Если это так, туда нужно кидать резервы. И кидать туда резервы, там очень все плохо с логистикой, это степи. То есть там нет каких-то больших вот, логистических центров, ну таких как тот же Токмак, например. Вот. А за Токмаком южнее есть тот же Мелитополь, например. Вот. То есть вот это направление, там у них с логистикой все понятно, плюс там ЖД-пути, развязки. А Токмак и Мелитополь, от Мелитополя до Крыма ЖД-сообщения есть. Вот. Или они могут подумать, что нет, Украина блефует. Хотят просто, чтобы казалось, что она хочет наступать в этом легком участке, а атака будет в другом направлении. Предположим, они подумают, что Украина блефует, а Украина на самом деле будет развивать наступление там. И вот сейчас дилемма. Вот сейчас российский генерал, он сидит, и вот у него 50 на 50, он должен решать, что, где блефует, где не блефует. Где правда, где неправда. И это еще очень упрощенное. То есть я очень много не озвучиваю вот вводных, ну, понятно, по понятным причинам. Схема, которую я сейчас рисую, она до безумия упрощена. То есть, на самом деле, там сложнее. Ну, архитектура вообще всех событий, она намного сложнее и глубже. Но я эту упрощенную схему рисую для того, чтобы вы понимали, какими дилеммами стоит российский генштаб, что нужно решать. И зеркально, когда мы говорим о тех проблемах, которые должны решать российский генштаб, мы понимаем, что их также зеркально решает украинский генштаб, потому что он пытается быть всегда на один шаг впереди и его обхитрить, российский генштаб. От я хотів би уточнити такий момент. Я свого часу там записував відео на минулому тижні. Ну, там люди просили якось пояснити, я пояснюю, що я не військовий, ніякий не стратег, нічого, але ну от аналогію. Я знайшов таку аналогію, тактику української армії, як тактика тисячі порізів. Тобто, грубо кажучи, завдання української армії зараз в купі місць постійно наносити удари. Для того, щоб українська, те, що ви сказали, російська армія змушена була постійно перекидати резерви, розкривати позиції своєї артилерії, розкривати структуру своїх позицій, для того, щоб якийсь конкретний момент, коли вони десь попливуть, українська армія там зможе вдарити, і відповідно тоді буде розвиватися вся ця історія. У мене питання таке: я сьогодні побачив там багато англійських, американських експертів раптом заговорили про те, що вони очікують зараз великого удару Збройних сил України на Донбасі. Ну, ми не говоримо де, десь на Донбаському фронті. Він у нас дуже довгий, від Угледару аж до, вважаєте, до Харківської області. Як ви думаєте, це реалістичний варіант розвитку подій, окрім того, що відбувається на Бахмуті? Де і так іде повзучий такий наступ по 500 там, метрів на день? Любі розвиття событий, вони абсолютно реалістичні. Ну, то есть, я вообще не очень понимаю, как, когда ставят вопрос, реалистично или нереалистично. Ну, то есть, фронт есть, есть, подразделения есть, есть, у Украины есть, десятки бригад есть. Ну, дальше это генштаб решает, где он может бить. Что мешает ему бить, например, там, в Клинице где-нибудь, севернее Донецка, там бросить все, например, на Бахмутское направление, бросить все на северные рубежи, вот, да, там, может, бросок Старобельскую, вот. Ну, Старобельск навряд ли, я думаю.
Погодьтесь, туди, ну, туди навряд чи смисл, там з двох боків Росія виходить. Я не говорю, що так буде. Я говорю, чому не реалістично. Тобто, будь-які варіанти реалістичні. В цьому заключається воєнна хитрість, тобто, і воєнний гений. Воєнний гений главнокомандуючих і старших генералів розгадати, як враг поступить. Вот. Я могу, например, говорить то, что такое вот израильская доктрина, как бы Израиль поступил, если бы израильский генштаб был бы на месте сейчас украинского. Он бы сейчас, да, сделал бы там иллюзию, что якобы вот он наступает где-то там, не знаю, на юге, и, возможно, дать саму высадку где-нибудь там, вот, в Энергодар большую. А основные булаки бросил бы в Белгородскую область, захватил бы Белгород, например. Вот. Я купил бы весь Белгород, да, и бросил бы на Курск, в сторону Курска. Чтобы вот была такая ситуация, что когда Россия прямо завопит, и там зовут сразу 10 совбезов ООН, и там везде скажут, что, боже мой, что происходит. Белгород был захвачен, под Курск был в полуокружении, и еще можно двинуть куда-нибудь там, в сторону, не знаю, еще. Вот в Брянск, например, по пути в Брянск. Вот. И дальше ультиматум, вот вы отдаете все свое захваченное, мы отдаем вам Курск, Брянск и Белгород. Вот. Вот так вот. Не отдаете, ну так давайте. Давайте хотите замораживать так конфликт, как вы его заморозите? Заморозите так, что Белгород будет под Украиной, как бы и так далее. Так хотите его замораживать. Вот, понимаете, это тоже реалистичный сценарий. Да? Ну что, чем он не реалистичный? Реалистичный. Вот. То есть не нужно это так рассматривать. Все рассматривают реалистично, нереалистично, как будто это какой-то фэнтези. Если у нас совсем фантастика, там какие-то драконы будут летать. А если вот реалистичный, танки поедут и будут... Нет, все любые варианты реалистичны абсолютно. Причем мы же уже, кстати, видели на протяжении почти полутора лет полномасштабной войны, как украинский, кстати, генштаб и украинцы в целом очень нереалистичный сценарий реализовывали. И просто мы умные ретроспективно. Мы сейчас думаем, ну это нормально. Обманули тем, что сказали, что будут наступать на Херсонском, а наступали на Харьковском. А сейчас все уже такие умные говорят, о, вот, ну да, конечно, это же обычная военная хитрость, вот, очевидно. Разбили врага под Киевом, когда фактически Киев почти был окружен, только там трасса была одна, Белую Церковь, которая одна из единственных. Ну, очевидно, да, они были не подготовлены, полицейская операция, побежали на храпом, не смогли, ну, это очевидно. То есть сегодня все очевидно, все понятно и так далее. Если взять скальпель, препарировать все эти события, вот, включая тот же остров Змеины, например, его освобождение и так далее, столько будет неочевидных вещей, столько будет, казалось бы, нереалистичных каких-то вот решений вот и так далее. Вот. Даже если мы и тут не нужно в каком случае думать, что реалистично, что нереалистично. Вариантов сейчас развития событий, после того, как мы знаем, объявлены официально генштабом, там, и той же Маляр, например, да, замобороны, слушкин населенные пункты, так вот, развитие событий, вариантов, их много. Из прямо таких вот вопиющих я могу где-то штук 15 как бы назвать, ну, не буду называть, конечно, но потому что из очевиднейших где-то больше 10 штук набирается, а есть еще не очевиднейшие, так, может быть, еще несколько десятков. Да, дуже цікаво. Ну, я розумію, да. Дуже, конечно, хотілося... Секундочку, да, я дополню мысль, и представьте себе, мы с вами просто праздно разговариваем, да, журналисты, блогеры и так далее. Угу. Представьте себе, что в тот же российский генштаб, у него реально, ну, если они реально думают, мы же, давайте сейчас будем, не будем их недооценивать, будем говорить максимально серьезно. Вот реально получилось так, что там сидит не Суровикин и всевозможные, и же с ним, а сидит какой-то самородок, вот он реально талантливый российский военачальник. Шайтанов генерал, Теплинский. Перед ним лежит 15-20 вариантов возможных развития событий. И он не может все на них отреагировать, потому что у него он не может резервами вот так вот перекидывать легко за сутки справа налево на такие большие, да, участки. У нас весь там Южный фронт, это сотни километров. Вот ему нужно решить, это судьбоносное решение, потому что может все развалиться. Какой правильный, какой неправильный? Где украинцы обманут, а где не обманут? Когда я говорю про эти варианты развития событий, это конкретные фактически судьбоносные решения, которые нужно принимать. Этим же и определяется командир, тот такой командир, который умеет при принятии, да, у нас качественные решения. Ну, если мы говорим про такой очень высокий уровень, что волевой командир должен еще и быстро их принимать под давлением стресса и страха, но вот уровень такой вот генеральский, принимать качественные решения тоже быстро, вот, ну и тоже иметь определенную храбрость, только другой вид храбрости. Это храбрость не пульс снарядов и смерти, а храбрость перед вышестоящими начальниками. Ну и храбрость перед тем, что понимать, что тут решается судьба, что можно проиграть всю кампанию. Это значит будет конец там от малого твоей карьеры до вплоть до того, что будет конец той же России, которая начнется смута и развал ее и так далее. Добре, тоді от я хотів, якщо можна, ще трошки повернутися до того, про що ви вже сказали, про фотографії цих колон.
кількох, на жаль, які потрапили явно, там хтось на мінні поля, хтось ще кудись. От, мені, от, до речі, дуже цікава думка, ну, окей, ладно, це такий, типу, маленький інсайт, хоча він уже давно не інсайт, що насправді от одна з тих колон, яку так любили показувати, це от та сама, яку ви згадували про Deep State, тут Deep State їх якраз розбирав, там, де стоїть Леопард і 4 Бредлі, і розгороджувач мінний. Так от, нібито є інформація, що насправді, коли російська піхота кілька разів намагалася наблизитись до цієї колони, я так розумію, для того, щоб красивенько затрофеїти якусь західну бронетехніку, ну, от є інформація, що вони понесли дуже серйозні втрати, їх там чекали. Тобто, грубо кажучи, наші зробили контрзасідку на них, коли ті пробували через, я не знаю, через накази, чи просто через бажання виїжджатися, так би мовити, туди наблизитись. Ви щось про таке чули, пане Ігор, чи ні? Я очень много у меня есть много информации с фронта. Я не буду ее озвучивать, конечно же, в том числе вот такая оперативная. Ну, это ж такая история, вона ж не супероперативна. Це ж інформація на 3-4-5 днів тому. Тобто тут нічого такого прям немає. Да. Но это кусочки маленькие пазлы, которые складываются в большую картину. Вот, кстати, Ходжес. Вы слышали про его последнее заявление, да, Ходжеса? Вот он зря открывает рот, на самом деле, вот, слишком себя небожителем считает. Вот он вещи говорит, которые слишком рано говорить. Вот он озвучил недавно. Знаете, о чем речь идет? Ну-ну. Последнее его заявление. О том, что вот как раз использовали леопарды и так далее, для того, чтобы привлечь внимание русских к этому участку фронта. Специально высказал. Вот он такое мнение высказал. Если он так считает, но он все-таки человек военный очень высокого уровня, допустим, да, ну, бывший, не бывший, нельзя такие вещи заявлять, делать. Иногда вестерны, они меня, конечно, вот, я удивляюсь их легкомыслием. Вот. Это, кстати, к тому, что еще Ходжес не худший вариант из западных там, источников, там, заявления делают те или иные. Вот. То есть... Вы видите, тоже открытая информация, вроде бы, Ходжес уже заявил, да, можно сказать, цитируем Ходжеса, да, это же, но нельзя такие вещи озвучивать, ни в коем случае. Мы живем просто сейчас в эпоху вот этой медиа, все несется по трубам, к сожалению. А у украинцев впервые в такой войне масштабы Второй мировой участвуют с такой медийной оглаской. Ни арабо-израильские войны, ни ирано-иракская, ни, конечно же, Вторая мировая, не было такой вот медийности, когда война онлайн происходит, фактически, буквально. Вот. Потому что страшные неприятные ситуации, они были везде и всегда, тоже Израиле, в тех же арабо-израильских войнах, когда тоже были там и разгромлены и колонны, и что угодно, и так далее. Просто не было телеграмма, не было интернета, и не было квадрокоптеров с камерами, что-то все снять, быстро слить и сразу где-то публиковать и так далее. Даже знаменитая шестидневная война, где Израиль одним махом всех разгромил, и авиации всех сжег, всю их авиацию врага, которая была его более многочисленна, и танками, и самолетами, и пехотой, и более качественно. То есть у арабов было более качественные виды вооружений, советские, новенькие танки с заводской краской и так далее. Так вот Израиль всех разбил, и территории захватил, и расширился и так далее. Даже в этой шестидневной войне были моменты, где израильтяне убивались кровью, были прямо страшные ситуации, где русских там конкретно на тактическом уровне, имеется в виду. На стратегическом Израиль победил за неделю. Но вот на тактическом были страшные ситуации, когда умывались кровью фактически. Но не было телеграммы, чтобы заснять там вот квадрокоптером, и египтяне потом эти фоточки везде распространили, чтобы не изморалить евреев, например. А украинцы впервые просто, да, на них выпала такая вот незавидная судьба быть в такой вот ультрамедийной войне, вот, участвовать. И как-то нужно решать эту проблему. Решается то так, где-то обсек, да, вот у нас упрешно секьюрити, а где-то у нас не может победить возглавь. Мы видим, как сама Украина первая делает заявление, первая публикует информацию и так далее. Я не скажу, что тут правильно, что неправильно, потому что, как уже сказал, много делается впервые. То есть многие потом будут учиться у Украины, как нужно работать с информацией. Ну, это... 100%. Я єдине важливу заяву для Нацради зроблю нашої з питань радіомовлення. У нас, я нагадаю, згідно нового закону, не можна ставити в ефір спікерів, які говорять тільки російською мовою. Ну, я беру тут відповідальність на себе, тому що в даному випадку, да, пан Ігор не настільки добре зараз володіє ще українською мовою, але мені здається, його експертна думка достатньо важлива зараз, і це важливий момент, який людям варто почути прямо зараз. Тим більше, наскільки я розумію, пан Ігор не є зараз громадянином України, відповідно, він має право говорити так, як він може зараз висловити свою думку. Сподіваюсь, це буде зрозуміло нашим чиновникам, що ми зараз не займаємося порушенням законодавства, а ми зараз намагаємося, щоб люди почули важливу думку від людини, яка, я повторюсь, громадянином і
іншої держави, але яка може дуже багато цікавих важливих речей пояснити. Ну, я сорі за прев'ю, але треба було би пояснити цей момент. Добре, а тепер повертаємось до розмови. Дивіться, пане Ігорю, у мене ще один такий момент, який хотів би у вас уточнити. Наскільки я розумію, і от мені дуже хочеться зрозуміти, знову ж таки, щоб не було в жодному разі недооцінки противника, чи можна говорити, що росіяни навчилися у нас в певному сенсі повести таку маневрену оборону, яку ми робили на Бахмутському напрямку, коли, грубо кажучи, ми можемо трошечки відійти для того, щоб росіяни відтягнулися вперед з-під дії, там, умовно кажучи, своєго там ППО і так далі, і тут же починати накривати ці частини для того, щоб зробити контратаку. Тому що, наприклад, зараз є інформація, що росіяни пробують там контратакувати і так далі. Вони взагалі вчаться в даному сенсі, тобто, от по тому, що ми бачимо за цей тиждень на різних там напрямках Запорізького фронту, Запорізької ділянки фронту. Это советская военная доктрина, то, как у них оборона построена, и как раз первая линия, которая фактически это у нас передовое охранение, да, это смертники, и контратаки, которые, да, у вас вы танки используете как раз для того, чтобы контратаковать. У вас танки находятся не в первых линиях, да, а просто как раз в тылу, и вы их используете для контрударов, ну, это механизированную пехоту и так далее. Нет, это советское, это не какое-то там ноу-хау, вот, это классика. А насколько это все успешно, рано говорить, надо подождать и даже не день, не два, неделю, две недели. Вообще результаты тех или иных событий мы их увидим только, думаю, ну, там, через месяц-два. Глобально вообще кость. Нужно понимать, это не какой-то кавалерийский наскок у вас за сутки или за неделю. Это процесс очень длительный. И тут же еще нужно понимать, что Украина-то особо, как там классики говорят уже, да, не начинала. То есть особо еще не начинали. Не нужно думать, что вот то, что сейчас происходит, это и есть какое-то там большое, вот там, не знаю, наступление украинское, все задействовано. И вот там русские засветили фоточки, поэтому пиши, все пропало. Нет, это же даже близко, даже ну, меньше половины задействовано, там, процентов 5, наверное, каких-то своих усилий, возможностей. Вот, поэтому какие-то оценки делать, как они там, научились ли, отбили ли, использовали и так далее, сейчас ни в коем случае нельзя. Но, кстати, ну, глобально, конечно, учатся. Все, что тебя не убивает, делает сильнее, как там говорили когда-то. Да? Это очевидно, что участвуя в боевых действиях, сражаясь и так далее, они обучаются. Ну, на уровне своем. Это адаптация, более верно говорить. Потому что структурно менять – это у вас реформы на десятилетия. То есть, независимо, не учились и все поменяли. Так не работает. Зрозумів. Добре. Тепер ще один момент, який мене особисто, ну, не те, щоб турбує, він очевидний для всіх, хто хоч трошки цікавиться подіями взагалі на фронті, не на рівні там розмови в єдиному телемарафоні і ляпання язиком, а реальної ситуації. Тобто, ну, по великому рахунку, українській армії приходиться зараз наступати в абсолютно унікальних умовах, в тому сенсі, що ми не маємо ніякої тотальної переваги ні в чому. Ні в кількості особового складу, ні в кількості бронетехніки, ні в кількості артилерії. Ну, правда, окей, якість артилерії, точність у нас, звичайно, вища, але тим не менше, кількості стволів, да, стволи старі, да, роздолбані, але, ну, вистачає. Більше, ніж у нас, разу в два, і це факт. Ну, про авіацію говорити годі. Ну, і, звичайно, у них є ракетне озброєння, ті ж ОТРК, яких у нас просто нема. Ну, вже, на жаль, так, це дуже прикро, то точки вже майже закінчилися, це очевидно, вони там є, трошки є, але, ну, ясно, це вже не фактор. І в умовах цього нам треба... От як це, от я так розумію, що це впливає в тому сенсі, що ми не можемо собі дозволити там одразу 1000 танків вивезти на поле, ми тому змушені такими маленькими кольчиками працювати. Ротой. Я правий чи ні? Не, вы не правы. Вы же не знаете, какая задумка Генштаба. Хочет он работать маленькими ротами или он хочет работать большими соединениями и так далее. Мы ведь не знаем. Опять же, рано судить, как я уже сказал, еще ничего не начиналось, чтобы делать какие-то вердикты. Вердикты нужно будет делать только в 24-м году, в начале 24-го года. В январе, в феврале та аналитика, которая будет выходить насчет того, что происходит сейчас летом, она плюс-минус, даже тогда это не будет прямо 100%, но плюс-минус будет, можно будет, ну, как бы относиться к ней с той или иной долей серьезности. Поэтому сейчас нет, мы не можем говорить, как что делает, как наступает. Вместе с тем, я напомню насчет превосходства. Вы знаете, у нас в военной школе, когда учили, одно из важных правил, которых научили, что концентрация усилий, да, это важно, но концентрация усилий это не означает, это не тождественно много войск в одном месте. Вот. Поэтому сказать, что нет перевеса в силах,
Это не совсем верно, потому что у Израиля никогда не было, например, глобально, если мы берем Израиль и арабские государства, как Сирию, там, Иорданию, Египет, помогали им Ирак, Марокко, посылали своих студентских корпуса. Кстати, Куба даже в войне с 73-м году, военного судного дня, кубинские танкисты с танками прибыли в Сирию, высадились и даже потом стреляли с голландских, на голландских высотах стреляли. Уже после войны, на самом деле, ну, успели пострелять вот, по израильтянам. Ну, то есть вообще все кому не лень. Так вот, всегда их было больше. Но на конкретных участках всегда Израиль добивался численного превосходства. Например, на конкретном участке. Он сконцентрировал свои силы, усилия, вот разбивал врага, потом перебрасывал эти силы на другое место. И получалось так, что как бы глобально у Израиля меньше всего, но конкретного на уровне тактическом оперативном у Израиля было больше всего. И это, ну, снова я повторю, увеличение усилий не означает много войск в одном месте. Вот, поэтому, когда мы просто рассматриваем в табличках, берем, да, сколько у России того, сколько у Украины того и так далее, это ничего не означает вообще. Потому что даже если у вас, образно говоря, 300 тысяч солдат на поле боя конкретного врага, 400 тысяч солдат на поле боя, казалось бы, да, у него на 100 тысяч больше, и вы никак не можете, вы все равно можете на конкретном оперативном участке сделать так, что у вас будет 3 к 1 вот, соотношение. И вот это соотношение, известное, расхожее, сегодня все стали военными экспертами, все грамотные, все, вот каждый аналитик в Телеграме и так далее, и все это повторяют 3 к 1, не понимая сути. Формула 3 к 1 работает, когда речь идет о абсолютно одинаковом качестве. То есть, если у вас есть один Т-55 танк, вы против него при наступлении должны поставить еще 3 Т-55 танков. Но если у вас, например, против Т-55 Абрамс, вы можете поставить 2 Абрамса против 1 Т-55, а не 3 Абрамса. То есть, вот это соотношение 3 к 1, это когда речь идет о одинаковом качестве вооружений, подготовки солдат, их уровню и так далее, и так далее, и так далее. А, кстати, по тем кадрам, которые до сих пор до нас долетают с поля боя, те, которые открыто публиковались, есть вот бригады публикуют вот официально, ну, со своими вотерками, там и Маляр публиковала, и заявляли, и бойцы там в ТикТоке выкладывают, какие-то кадры можно увидеть. Можно увидеть уровень подготовки украинских бойцов высокий, то есть видно, что они проходили подготовку в Европе. То есть они делают многие вещи, которые до этого мы их не замечали, украинские бойцы это делали. Вот. Я на это обратил внимание, не только я. Я знаю, что другие люди, кто наблюдают, мне мой коллега с Израиля писал, тоже он говорит, о, сразу видно качество, он говорит, видно, что эту пехоту подготавливали. Эти люди умеют. Вот. Поэтому, когда мы говорим, например, о качестве, это сложный показатель. Его сразу так вам в табличку вы не запишете. Это очень много факторов, которые нужно вместе сопоставлять один против другого. Вот. Но этот фактор, который существует, и я уверен, что в многих аспектах этот фактор, он на стороне в перевес у Украины есть, чем у России. И в том числе в видах вооружений. Нужно не забывать, несмотря на то, что у России длинные руки со всеми этими ракетами, которые бомбят там города и дроны камикадзе, вместе с тем у них нет таких экземпляров, как тот же Storm Shadow, именно таких. Ну, ма, да. Вот. А? Не, ну, у них есть Искандер. Давайте не недооценивать. Искандер – это… Я именно таких. Я же для этого сказал, у них длинные руки, они могут наносить удары. Это именно Storm Shadow, то есть технологично, которым, с огибанием местности, у которых есть целая серия, там не только GPS-указатель, там целая серия есть способов наведения, которые дублируют друг друга и так далее, и так далее. Это сложное современное оружие. Вот многих таких вот современных образцов вот у России нет. То, что нужно не забывать, что по каким-то образцам есть перевес в качестве. Вот. А вопрос, что решает количество или качество, это до сих пор дискуссионный вопрос. Вам никакой военный, ни генерал, ни военный аналитик там, на Западе, нигде, никакой там, этот, учитель в командирских школах не даст однозначного ответа, вот. Что в конечном итоге побеждает, качество или количество. Добре, ще одне питання, яке, ну, напевно, для вас, я думаю, точно буде простим і очевидним, але, ну, напевно, це навіть буде більш… Ну, я думаю, в Україні вже ніхто не сумнівається, хто підірвав Каховський ГЕС і для чого. Але, ну, давайте черговий раз це проговоримо, особливо враховуючи, що вже є факти, як Русня зараз підриває
підірвала вчора чергову плотину на там невеличкій річечці в Запорізькій області, спеціально якраз от там недалеко від того місця, де зараз наступають українські сили, для того, щоб теж заболотити місцевість, я так розумію, і ускладнити просування українських частин. Ну, тобто, зробило те саме, тільки трошки в меншому масштабі. З вашої точки зору, то все-таки, тобто, грубо кажучи, вони підірвали плотину для того, щоб обезпечити в певному сенсі себе від того, щоб ми робили якісь десанти через Дніпро, і щоб можна було, от як зараз вони, так розумію, роблять, перекидають всі більш-менш боєздатні частини з Херсонського напрямку от якраз туди, на Запоріжжя. Я правильно розумію? В чому вопрос? Постійно говорить, да, ну все вірно, і створюють естественні препятствия. В чому вопрос? Питання в тому, ну дивіться, тому що були ж такі сумніви у багатьох, ну як же так, невже вони могли таке зробити? Ну я не знаю, просто от, наприклад, ваші ізраїльські знайомі, там... Я перебиваю, ні, це взагалі, такий вопрос не нужно через призму розсматривати, на що вони там готові, не готові, от... Это очевидно, то есть ну, они создают препятствия, вот, подрывая плотины, дамбы и так далее, для того, чтобы менять ландшафт, осложнять возможность преодоления вот, тех или иных препятствий водных или создавать уже водные препятствия. Не, это фундаментально очень базовые вещи. Как бы, тут говорить, они на такое не пойдут, это ну, как, почему они на это не пойдут? Вот, они, вообще, мне кажется, вопрос, они на это не пойдут, он вообще нерелевантен, особенно после зимы, когда они целенаправленно бомбили энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы заморозить украинцев. И это озвучилось Кремлем. То есть это не догадки каких-то, вот, не знаю, там вот, да, обозреватели проанализировали ситуацию, поняли, какая цель была у этих зимних атак. Целенаправленно говорил Песков, мы бомбим энергетическую инфраструктуру. И Путин, кстати, тоже заявил. Энергетическую инфраструктуру. Вот, критическую, так, которая обеспечит тепло и электричество украинцам. Вот. Мне кажется, после этого говорить, на что они там пойдут, не пойдут, мне кажется, вообще нерелевантно. Угу. Ну, я просто мав це питання про всяк випадок задати, тому що ну, це ніби очевидні речі, але щоб люди просто розуміли, що відбувається. І з вашої точки зору, дивіться, дуже цікаво, я просто не знаю, ну, знову ж таки, напевно, тут цікавий досвід ізраїльської армії з форсуванням Суецької протоки, хоча, звісно, напевно, порівнювати Дніпро і Суец. Трошки не дуже релевантні речі, але тим не менше. Дуже цікаво, от, ну, уже зараз, третій день, іде інформація про те, що вода різко спадає. Там фотографії ці, звісно, Каховського водосховища, яке вже, по суті, не водосховище, а Дніпро. Але, з іншого боку, Дніпро явно, скажімо так, став менше в багатьох моментах і так далі. Тобто, як ви думаєте, ну, по-перше, чи ми можемо спробувати тим скористатися, а може вони спробують тим скористатися? Ну, от таке от питання. Я на это другому отвечу. Понимаете, когда Генштаб планировал развитие событий, почему он не один делал, западные партнеры помогают, рассматривались все варианты, включая подрывы плотин. И не только Каховская, но в том числе вот у нас и любые другие, маленькие, большие, средние. И даже те, которые еще не подорваны. Включая мосты. Включая трассы, железные дороги, уничтожение узлов железнодорожных, ну, преступление. Подрыв каких-то или иных каких-то больших складов логистических, в том же Токмаке. То есть все эти варианты, они рассмотрены. Поэтому вариант, с, например, подрывом плотины, он рассматривался. Потому что, ну, может ли враг это сделать? Может. Тем более он заявлял, что он минирует, и он об этом заявлял еще в прошлом году. Вот поэтому любые сопутствующие после этого события, где-то водохранилище опустилось, стало мелководье, где-то что-то затопило, где-то, наоборот, расширилось, а где-то, наоборот, сузилось. Все эти варианты, они являются рабочими. Потому что как выстраиваются военные планы? Вы вырабатываете 100 алгоритмов действия. В конечном итоге выбираете один действовать. Но вы учитываете все возможные варианты развития событий. Любые. Более того, уже не вспомню, кто это был, то ли Наев, то ли Сырский, но один из генералов, когда спрашивали его еще в прошлом году про возможность там, нанесения ядерных ударов, в том числе тактическим оружием, говорили, что шансы малы, но это не значит 100% нет, это просто шансы малы. Но сам факт того, что у России такое оружие есть, это говорит о том, что есть определенный шанс вероятности, что оно может быть задействовано. А так как военные рассматривают все варианты, то, естественно, рассматривается и такой. То есть, если армия рассматривает, опять же, это официально заявлялось, если украинская армия рассматривает даже
нанесения ядерных ударов, конечно же, она рассматривает любые варианты с разрушениями дамб, мелководий, полноводий, выхода рек с берегов или наоборот, сушений и так далее, и так далее. Уничтожение мостов и любые другие моменты. Они все рассматривают. Это не то, что вот хоп, случилось что-то такое произошло, никто не ожидал, никто не знал, и тут у нас открываются какие-то новые возможности. Нет. Все это было распланировано, и все это было продумано как один из вариантов возможных. Добре, буду дуже радий. Ну, в смислі, я вірю, що так воно і є, впевнений, тому що дійсно ми ж готувалися, і враховуючи, що у нас були дійсно дуже хороші радники, не сумніваюся, що все так воно і було, і ми використаємо кожну дію Росії проти них самих. Це дуже добре. Ще один момент, аспект тут про білого розгадували, і ви сказали, що дуже цікаво, що якби, наприклад, зараз на місці нашого генштабу сиділи б ізраїльські генерали, то дійсно могли б піти закупити Білгород. Але от у мене виникає одне питання. Ну, тобто, логіка зрозуміла. Зрозуміло, ми розтягуємо резерви, тим більше ще й на дальньому фронті якраз змушуємо туди перекидати підрозділи, це очевидно. Тобто смисл цьому зрозумілий. Але от мене єдиний момент. Наскільки, як вам здається, ну, формально на території ж Росії зараз Збройних сил України нема. Там є тільки от те, що називається словом РДК, тобто Русський добровольчий корпус. І от, але, знову ж таки, ну, для того, щоб реально йти далі там прикордонних сіл, нам треба більше сили, тоді вже ясна справа, що легенда з РДК не спрацює. З вашої точки зору, от з точки зору, як би це сказати, іміджу і того, що все-таки світ західний дуже-дуже обережно ставиться до моменту, так би мовити, заходу на території так званої Старої Росії, да? Наскільки це можливо і правильно, і, я би сказав так, іміджево потрібно Україні Збройним силам от спробувати реально як ЗСУ зайти на територію там, та неважливо, Білгородської, Брянської, Курської, будь-якої областей? Да, я, слава богу, не пиар-менеджер, я военный, как бы, вопрос, а имидж, он вообще как бы, ну, пустой звук. Мне кажется, что между имиджем и национальной безопасностью, выживанием нации нужно выбирать второе. Вы понимаете, имидж в Израиле очень плохой. В прошлом году в ООН антиизраильских резолюций было больше, чем антироссийских. Не все это знают. Не знав, до речи, не знав, да. Вообще нужно, ну, вообще, как бы, это одна из популярных вообще деятельностей ООН, это постоянно антиизраильские резолюции, регулярно, их просто там пруд-пруди, вот. Даже американцы, большие союзники Израиля, это без иронии, Америка действительно большой союзник Израиля, большой союзник. Но Израиль делает очень много того, что Америке не нравится, Америка не одобряет, Америка постоянно ругается, Америка постоянно где-то какие-то вещи там замораживает, какую-то где-то кооперацию с Израилем, ну, из-за того, что ей не нравится, как Израиль себя ведет. И это было с момента, как начались израильско-американские отношения, это начало 60-х, более глубокие, это с конца второй половины 60-х годов. В 50-е годы, там, 40-е, они вообще рассматривали Израиль как вот, канцелили, и даже эмбарго наложили на продажу оружия Израиля, были фактически врагами. Да, во время шестидневной войны Израиль бомбил американский корабль военный, поубивал американских моряков, вот, и чуть не утопил этот корабль. Вот, то есть и такие были, как бы, эпизоды в отношениях Америки и Израиля. Вот, поэтому, ну, Израиль всегда отталкивается от вопроса национальных интересов, а не с точки зрения имиджа. Как, что важнее украинцам, решать не мне, а украинцам и украинскому руководству. Вот. Что важнее, имидж или национальные интересы и выживаемость нации? Я здесь не буду говорить, что более правильно. Вот. Это украинцам решать, что им важнее. Зрозумів. Ну, але натяк мені... Зрозуміло, і мені це дуже позиція імпонує, що неважливо, хто про себе по що подумає, подумаємо після того, як буде перемога, далі будемо розбиратися, хто там правий, хто був винний. Ну, побачимо, як воно буде. До речі, хотів зрозуміти ще один момент і вашу точку зору на це. От ви згадали там про довгу руку російську, ну, це абсолютно суто мої дилетантські підрахунки, нічого більше. Але із того, наскільки активно Росія весь травень і початок червня підтримує ракетно-бомбові удари по Україні, я особисто роблю висновок, що ті дані, які свого часу в січні давав ГУР по виробництву ракет, вони явно трошечки вже нерелевантні. Тобто, мається на увазі, Росія явно змогла наростити виробництво ракет.
Питання тільки в тому, наскільки. І от тут у мене питання, як вам здається, ну, тобто, ясна справа, що зараз вони там намагалися з одного боку і на воєнні там склади бити, з іншого боку залякати місцеве населення, мирне населення і так далі. Ваша точка зору на те, як вони, по-перше, чи дійсно вони збільшили виробництво, і, по-друге, як вони далі будуть використовувати цю свою довгу руку по фронту, чи вони будуть продовжувати ту тактику, яку ми бачили останні там днів 35? Смотря какой вид вооружений, например, те же шахеды, их сложно использовать по фронту. Это как раз оружие для террора, оружие для нанесения ударов под стационарным объектом и так далее. Все зависит. Какой-нибудь Искандер, да, они могут использовать его, если они выявят где-то скопление украинских войск, например. Почему, опять же, важно радиотишина, почему важно ни в коем случае не сливать. Один из самых главных вот, проблем – это так называемые ждуны и предатели, которые сливают позиции, фотографируют, передают да, расположение войск, всякое такое и так далее. Да, да, туда может Искандер прилететь. Вот. А насчет возможности их, я не экономист, они обходят санкции. Об этом уже заявления были, что через Турцию, через Армению, через кого? Казахстан вроде, я могу ошибаться, чтобы не дай бог нету. Но Турция и Армения тут точно озвучивались. Вот. Через эти страны они обходят эти санкции. Для ракет нужны полупроводники и всякая тонкая это. Ну, Турция может спокойно там, да, покупать. И через какие-нибудь потом... Ты вроде на Армению никакого эмбарго... Пять країн. Якщо мені пам'ять не зраджує, згадайте, там Кірбі назвав п'ять країн основних. Ну, половину я назвав, там еще несколько. Туреччина, Вірменія, Грузія, Казахстан, ОАЕ. От, згадав точно. Казахстан все-таки был, да, я не ошибся. Да. Ну, вот. Да, эмбарго на эти государства нет. Турция, на минуточку, вообще страна НАТО, как бы вот такой вот у нас каламбур получается. И могут покупать с Тайваня те же у нас микросхемы и какие-либо и так далее. Дальше редкие всевозможные минералы и там, металлы и так далее. Все это в России есть. Рабочая сила на этих вот заводах есть. Ракеты эти все советские, их технологии налажены, отлажены, станки все это есть. Только вот это нужно умное оборудование, вот эти умные технологии, которые на них как раз и были наложены эмбарго. Если получается их там через Грузию, или через Турцию, или Армению, или Казахстан, неважно, вот их гнать, то что мешает производить ракет? Ничто не мешает. Вопрос просто в количестве. Ну да, но они выпустят вам не 100 ракет, а 50, не 50, а 10, не 10, а 5. Ну выпустят же в конечном итоге. Поэтому еще зимой меня постоянно спрашивали, сколько у них еще хватит. Я сказал, не думайте так, пока идет война, они будут бомбить. Они найдут возможности, они найдут способы. Пока идет война полномасштабная, они будут носить удары. Не нужно думать, это закончится завтра или послезавтра. 100%. Просто ну, мені от реально дуже дивно, коли от вони, наприклад, зараз намагалися зірвати явно, там, умовно кажучи, наше розгортання стратегічне і так далі, але і при цьому десятки ракет вони направляють, ну, абсолютно ж очевидно, от особливо по Києву це було ясно, що це удари постійно там по адмінбудівлям, ще по чомусь. Ну, тобто, я розумію, що там, звісно, коли ми говоримо про росіян, там дуже часто трошки інше міркування, але я все одно не можу зрозуміти, для чого було витрачати стільки ресурсу, не отримавши ніякого конкретного результату. От це для мене завжди питання, яке я ніяк не можу вкласти. Може, я ідіот в цьому сенсі, що я досі через рік і три місяці великої війни і 9 років такої, але я от не можу зрозуміти, для чого витрачати стільки все одно дефіцитного ресурсу. Оцього я не можу зрозуміти до кінця. Чому не дефіцит ресурсу на чергу тратять? Ну, от, наприклад, коли вони беруть і запускають, от у них явно вже є, це от вони теж визнають, у них проблеми з тими ж іскандерами, їх зовсім не так багато. І вони беруть, випускають 10, а потім ще там скільки, чи 6, чи 7, для того, щоб просто попасти по будинку Гурмо. Ну, от ви мені поясніть, це і 16 іскандерів, тобто кожен з таких ракет, вибачте, це штука, яка може півбригади вивести з ладу, якщо попаде в потрібне місце. Ну, от це раціональне використання таких ракет? Да, у них же дуже все плохо з цілеуказанням. Чтобы попасть по бригаде где-то развернутой, вам нужно иметь очень хорошую разведку. У них с этим плохо. У них очень плохо с целеуказанием, на счастье украинцев. А здание Гурмо, оно никуда не убежит. Оно есть. Очевидно, что там никто как бы встречал, потому что на войне не работает. Да? Ну, само собой. Объект известный, открытый, да, и так далее. Но по нему не промахнется. Хотя они... Они промахнулись, да.
Да. Но как бы большое здание, оно стоит, на Google картах загуглил, что оно там есть, вот, и надо быть даже разведчиком для этого, любой гражданский его может найти. Взял, вбил координаты, прислал. Вроде бы не промахнемся, но даже там умудрился промахнуться. Зато можно фоточки потом показать. Смотрите, вот видите, мы же ведь говорили, что мы наносим удары по объектам этим, по центрам принятия решений. Угу. Вот мы нанесли. Вот. И потом они что-то фейки вбрасывали, что вот этот Буданов якобы убит. И так далее. Залужные уже, что они все мертвые уже давно, да, их нет. Нема. Ахинея, да, и всякое такое. Ну вот все, картинка, попытка вот где-то вытянуть чуть-чуть кадры как раз для пропаганды, ну, пропаганды, показать, что мы на самом деле все контролируем, наносим удары, все работает. Угу. Зрозумів. Ну, дай Бог, щоб вони так і надалі робили, насправді. От. Єдине останнє питання, яке я задам в цьому нашому, так би мовити, телечастині ефіру. От, хотів вас питати, з вашої точки зору, тобто, чи є у нас шанс, чи є шанс на те, що у нас знову буде потім наступна хвиля, тобто от ми наступаємо, а потім Росія знову почне там пробувати контрнаступати такими хвилями. Чи вже, грубо кажучи, після того, як ми зараз там доб'ємося, сподіваюся, максимальних результатів, буде там зупинка? От просто таке питання поптічне, я б сказав. Не знаю, задумку Генштабу. Может быть, они допускают, они допускают вариант там прорыва всей этой линии, после этого задействовать свои резервы и контратаковать. Если верить тем, что эффект, который долетает, они уже контратакуют. Mm-hmm. Просто ожидаемо, опять же, следуя советской доктрине. Видимо, да. Ну, кстати, сейчас его неверно говорить, что Украина контратакует. Украина атакует. Потому что говорить, что Украина контратакует, а они контратакуют на контратаку, это немножко бредово. Сейчас Украина атакует, это украинская атака, вот, а они как раз контратакуют. Вот, поэтому у них есть резервы, да, мы это точно знаем. Очевидно, что они будут задействованы. Вот, но как и где, вот это уже как раз забота украинского генштаба, вот, и их ответственность вот, разгадать, понять, как будут задействованы их резервы, вот, и купировать все пытки вот этих вот задействования их резервов. Кстати, что неплохо получается, как можно видеть, были же обнародованы вот пару дней назад кадры, как глубоко у них в тылу там, вот, южнее там Энергодара, как где-то там чуть-чуть севернее Мелитополя, накрыли колонну высокоточным оружием. Высокоточным оружием, там хорошо так разорвалось, взлетело. Но так это же как раз резервы, вот, их куда-то подтягивали. Вот, накрыли еще там. Но, так что если где-то какой-то резерв не доехал, он не доехал не потому, что никаких планов не было, а потому что просто у украинского генштаба были свои взгляды на эти вещи. Зрозумів. Дякую вам дуже за розмову, дякую за вашу фахову думку. Це був офіцер оборони Ізраїлю, відомий український вже, в тому числі, військовий аналітик Ігор Левін. Дякую вам за розмову, почуємось.